Существенный потенциал двустороннего взаимодействия Беларуси с Ираном будет успешно реализован. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту Хасану Роухани и народу страны с 40-й годовщиной победы исламской революции в Иране. Уверен, что развитие динамичного и плодотворного сотрудничества между Беларусью и Исламской республикой Иран будет и в дальнейшем способствовать благополучию граждан двух государств, а существенный потенциал двустороннего взаимодействия в различных сферах будет успешно реализован, говорится в поздравлении. Со дня установления дип-отношений между Беларусью и Ираном прошло почти 26 лет. За это время хорошо налажена торговля. Прорывным в экономическом сотрудничестве двух стран считается 2017 год. Тогда показатель внешней торговли был 154 миллиона долларов. А сейчас в 4 раза больше. И цель – миллиард. Достичь его вполне возможно, уверены партнеры. Иранские бизнесмены проявляют интерес к белорусской мясной и молочной продукции, дорожной технике, косметике, производству текстильных волокон, бумаги и автозапчастей. Сейчас идут переговоры с Белкоммунмашем о закупке электробусов с аккумуляторами нового поколения. В ближайшее время в Тегеран отправят первую партию. За последние несколько лет Иран инвестировал в несколько совместных проектов. Некоторые из них уже реализованы, некоторые в стадии завершения. Сейчас для нас Беларусь в плане инвестиций привлекательна в сфере сельского хозяйства. Здесь прекрасные сельские угодья, много воды, и все это обслуживает качественная техника. Поэтому это выгодные вложения. А вот Иран заинтересован в экспорте фруктов, овощей и сухофруктов, а также некоторых нефтехимических продуктов и медикаментов.